Всем привет, с вами Артем, вы смотрите AblockTube. В этом видео я расскажу вам, как скачивать видео с YouTube при помощи jailbreak расширения под названием InTube. Данный твик встраивается в стандартный клиент сервиса и позволяет загружать ролики непосредственно на ваш iDevice. Расширение InTube не имеет дополнительных опций и параметров, не добавляет разделов в меню настроек или ярлыков на рабочий стол. На странице просмотра видео в стандартном клиенте YouTube вы увидите специальную кнопку, которая позволяет загружать ролики. При нажатии на нее вам необходимо выбрать качество скачивания HD или SD и начнется загрузка видео. За статусом загрузки можно наблюдать в приложении iTunes на соответствующей вкладке, а скачанные ролики будут попадать в стандартное приложение видео. К сожалению, скачанный контент можно лишь просматривать либо удалять. Передавать их в другие программы и приложения нельзя. Скачать jailbreak расширение InTube можно в стандартном репозитории CD Big Boss по цене $99. Не забывайте делиться вашим мнением и лайками под видео, добавлять ролики в избранное, а также подписываться на наш канал. С вами был Артем, специально для AblockTube. Пока!